витископ. Ну, так же, как много голов, наверное, так же и много ошибок, наверное. Без ошибок оно практически не бывает. Но много ошибок связано именно с 11-метровыми ударами. Назначением, не назначением 11-метровых. Если вы отбираете арбитров, отправлять показательно, делать кого-то крайне в каких-то ошибках, ну, это тоже не очень солидно. То есть каждый должен был дойти свой путь, потому что там и ошибка ассистента может и так далее. Мы знаем опыт Розетти, когда его отправили с чемпионата мира, он после этого просто закончил. Хотя он как арбитр не ошибся, а ошибся его ассистент. Мне понравилось, да, допустим, узбек судьи, да, ну, скажем так, наши, да. Турок мне понравился очень. Мне понравился, по-моему, аргентинский арбитр. То есть везде есть. Если вы отбираете этих, то вы несете за них ответственность. Отправить человека, сделать крайним, это же не снять с себя ответственность. Это расписаться в своей безответственности, я считаю. Поэтому ошибки, они дополняют игру. Просто всегда как-то ошибаются в пользу все равно лучших команд. Тенденция, она не меняется. То есть честно, но чуть-чуть в пользу лучших. А отправить колумбийца, чтобы его опять как футболиста где-то расстреляли, тоже не надо. Поэтому каждому человеку нужно все равно дать шанс. Бузака для этого и закончил судейскую карьеру, чтобы возглавить комитет, если я не ошибаюсь, возглавить комитет ФИФА по судейству. Поэтому он сам был достаточно высокого уровня, ну, высокого уровня арбитр и профессионал высочайшего класса. И поэтому это его сегодня работа, его ответственность. Хотя, допустим, комитеты возглавляют члены исполкома, но это номинально. А непосредственно работу, вот как Алина в Европе ведет, то также ведет в мире Бузак. Витископ. Спортивное видео.